Так, ну доброго ранку. Ну, ми повертаємося до нашої студії. Правда, тут лайв. Коротше, так, я вам чесно скажу: от готував таку підводку зараз класну, прям смішну. Забув. Не знаю, чи вийде. Ні, не забув. Зараз спробуємо. Ви ж усі бачили ляпи наших депутатів. Там смішні, курйозні фотографії. Так що може бути краще цих фотографій? Фотограф, який їх робив, Ян Доброносов. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ну що, розказуй, як виходить такі круті знімки? Ну, что сказать? Первое. Точно нужно сказать, что я такой сейчас уже не один. В этом созыве нас... Ты был первым. Да, однозначно. Ты начал в прошлом созыве я сделал огромный упор. Если совсем говорить, кто был первый, мне кажется, это был там Влад Содоль, такие люди. Это еще раньше, вот те, кто там, грубо говоря, от них пошли. Ну, это люди не нашего поколения. Да, не нашего поколения, чуть раньше, но это мои учителя, будем так говорить. Они там вот первые фотографировали часы, всякие детали дорогие и так далее и тому подобное. В прошлом созыве я это в какой-то степени продолжил и стал популяризировать. Ты масштабовал это? Масштабовал, да. И это привело к тому, что в этом созыве этим занимаются очень многие редакции. Они занимаются этим на профессиональном уровне, и я, безусловно, вхожу с ними один из первых в конкурентную среду. Но больше говорить о том, что я тот, кто все эти снимки сделал, уже нельзя. Ну, нужно расставить точки над «и». Второй момент. Мне это нравится. И это первая и единственная причина, почему вот был вопрос, снимки получаются, вот по этой причине. А второе, я это визуализирую заранее. Вот, возможно, вы видели на моей странице там фотографии поцелуев, да? Так. Один депутат фотографирует, целует коллегу в щечку. Но это уже на уровне відчуттів, ты уже відчуваєш, да. Коли що має статися. Плюс-минус, да. Ну, мы же видим как бы поведение и симптомы. Тематику, правильно? И вот под определенным углом, если посмотреть, два человека целуются, это видно почти как губы к губы. Естественно, я же не как человек, я не беру на себя ответственность и как вот там представитель определенного СМИ писать о том, что они вот прям целуются так. Я там, у меня сейчас появилась хорошая рубрика «Сдалося». Первое впечатление сдалось, я тоже, я, понимаете, это как я использую коллегу, говорю, ну посмотри, такой... Сдалось. Было, да? я видел этот момент, все, говорю, спасибо, дальше свободен. Не рассказывай, это уже долгое длинное мнение, значит, я это пишу, я же понимаю, это есть эмоция. Еще есть один момент, о котором часто спрашивают, это переписки, смс и так далее. В этой ситуации вот то же самое происходило в прошлом созыве. Очень сильно я на это дал упор, снял много смс и получил какую-то вот определенную популярность в роли человека, который их очень много снимает. А тебе не підлорювали в якихось темних кутках, коли ти фотографував ці переписки? Ні, у мене був в прошлом созиві з общення з депутатом Павловим. Я фотографував там в смс, він обсуждав з сином покупку молокозаводика для жени в Трускавце. Клас. В результаті такого моменту я виложив це смс, мені написав через час, я зараз не стану утверждати, тому що по документам я їх потім так і не змог добитися, як по словам совладелець завода с благодарностью о том, что от него отстали, что его хотели рейдернуть, что он дело в том, что я к нему ездил уже позже непосредственно, по-моему, это был Кривой Рог, да, точно, Кривой Рог, очень, это такой бандитский город, и по его словам, он там сидел и в психбольнице, его запихивали, там, короче, достаточно региональная, бытовая, но тяжелая история, и он говорит, от него отстали. То есть ты врятовал, по сути, бизнес по его словам, так. Это нужно различать, потому что если так вот ждать, надо идти в прокуратуру или еще так. Дальше. А, например, Павлов там сейчас какие-то имеет претензии на мэрство и так далее. Вот, и очень сложно. Это все в современной жизни, все это переживается. Но непосредственно Павлов мне звонил уже в современном созыве. Он не есть народный депутат. И говорил смешно. Ян говорит, ну передо мной лежит уголовное дело, сфабрикованное, по его словам, на основании, говорит, твоей смс. Говорит, ты чушь, и смешно, говорит, больше такого не снимай. Но в рамках того, что мне ему легко пообещать, надо это, говорю, конечно, все, Константин. До свидания. До свидания, да, больше мы снимать такого не будем, там, и так далее. Но не есть, естественно, для меня
каким-то, какой-то командой. Теперь что произошло в этом созыве? Опять же, вот эти все редакции, одни пошли в моду, вот, например, ваша редакция годиночки, это больше, одяг, да? И так далее. Другие пошли в СМС, третьи еще куда-то. Я остался между этим всем, и первое время, я вам честно скажу, поделюсь, это будет для вас эксклюзив от меня, обо мне, да? У меня была доля ревности, ну как это, я же всегда был первый, вы поймите, да, это как бы сложно так чуть послетать. Я везде дал первые, вторые позиции уже. Я везде, у меня опыт он есть, но люди накупили техники. Я же работаю сам на себя в своей голове, понимаете? Ну, вот. За мной сейчас появилось чудесное интернет-издание, не буду рекламировать, конечно, чтобы не этот. Но, тем не менее, я очень доволен, но до этого я это делал сам. И когда это все ощутил, я понял, что в какой-то степени нельзя перенабирать на себя, но это есть продолжение моей школы. Тоже на 100% нет. Нужно еще вот точно отдать себе отчет, что конец прошлого созыва чуть-чуть потерял интерес. Поэтому я остался, а все редакции нет. И у людей меньше было вот желания узнавать их. Тоже есть фактор, который влияет. Но тем не менее, когда я ощутил, что ну вот так этот комплекс работает, я тут нормально себя чувствую, ну так, в принципе, мне понравилось. Я ощутил радость и благодарность вот как-то в общем целом. Хочеться отримати від тебе таку експертну думку. От ти працював з скликанням минулим. З 2010 року конкретно, ну, вже 3 декілька, чи 4. Так? Да, да. Якщо аналізувати, от в чому міняються депутати? Можливо, якась є фішечка конкретна, на яку ти звернув увагу? Ну, те, що дорогі речі, це так, да. Це класично. А я зараз розділю, я граю в шахмати, тому я не можу не підходити системно. Є дві речі. Перше, давайте розділимо цей вопрос на вопрос, грубо говоря, називаємо моди. То есть вот стилистов, одежды, дорогих вещей и так далее. И на вопрос функции народного депутата для людей. Так. Как мне кажется, начнем с первого. С точки зрения функции ничего не поменялось. Я вам объясню, штука заключается в том, что если вернуться в те созывы, я еще застал коммунистов, там их уже сидел небольшой огородик такой, чуть в следующем созыве это уже была самопомощь в том же месте. Ну, простите, пойдите поспорьте, по-доброму, Максим. Не сможет. Да, вот, значит, никто тогда не кишил дорогими вещами, тем не менее, законопроекты принимались те, которые приходили с администрации президента, с кабинета министров. Поправки можно было вносить, но, как и сейчас, все те, которые влияют на, ну, это мое субличное мнение, на запятые, не влияющие на смысл законопроектов или постанов, или вот документов, да? Не было дорогих вещей, функция не поменялась. Сейчас в основном, если вы посмотрите, депутаты такие рядовые, не те, которые как бы отчасти реализуют, вот я не говорю в плохом или в хорошем смысле, но вот реализуют как бы принятие законопроектов президентских или из кабинета министров, все остальные, ну, мало влияют непосредственно на смысл, понимаете? Ничего не поменялось. С точки зрения, вернемся к приятной теме, мода. Мне это приятно, потому что это мое. Да, выросло очень сильно. Это, конечно, немножечко отвлекает внимание. Это раздражает, если честно, бедных людей. Это важно понимать. И чем беднее народ, тем больше раздражает. Вот у меня часто поступают жалобы от политиков, народных депутатов. Говорят, Ян, ты видишь, что у тебя пишут в комментариях? Читают. Пишут и читают, а да. А думать про это раньше? Я, честно говоря, я перестал, да, депутаты читают, люди пишут, я перестал сильно туда внедряться. По какой причине? Я понял, что туда не пиши, сколько туда не пиши. Люди мало понимают специфики вот этой бюрократии. Так. Если честно, мое мнение, парикмахер должен хорошо стричь, фотограф хорошо фотографировать, а политик должен заниматься политикой. В тот момент, когда народ, в общем, правомерно, но говорит, что парикмахер пришло время и должен разобраться, это значит, что политика надо двигать, потому что он свою работу уже выполнил плохо, правда? Вы заказали у меня фотографию, я вам прихожу и говорю, знаешь, Ал, аккумулятор садится, и карточка, можем, ну, сделать и карточка кадр, заканчивается, и... да, тебе надо, ты заплатила деньги, хочешь фотографию, я могу тебя очень сильно погрузить в проблему данного фотоаппарата, в принципе, тебе надо. Я не очень думаю, что тебе это интересно. Мне, как гражданину Украины, который платит деньги со своих налогов, не очень интересно вот эти вот дополнительные проблемы наших депутатов, упрощайте. А получается, понимаете, что бюрократия перерастает в то, что нам очень много нагружает голову дополнительной информации, которая перерастает в то, что функции нет.
Так. Функция от А до Б, а мы занимаемся, улетели. Ну то ладно, с точки зрения моды. Мода очень сильно, как по мне, развилась, очень много добавилось дорогих вещей. Есть доля конкуренции. Приятно, понимаете, у нас... А конкуренция в чем? Что ты имеешь на увазі? Между депутатами. Зовнішня? Зовнішня конкуренция есть, понимаете, вот еще очень приятный момент появился... Не я один, как и фотограф, выкладываем фотографии народных депутатов. Да. Вот этот. Это уже какая-то такая плоскость, грубо говоря, внутреннего масс-медиа. И те депутаты, которые хоть как-то имеют претензию на вот такой модный, как это, ну, модную претензию, они должны там тоже проходить, как вот в вашей передаче там или в каком-то модном таком этом. Задавайте вопроси, я все, що хотів сказати. Слухай, ну є такий момент. Чи пропонували тобі депутати гроші за те, щоб ти їх фотографував правильно, щоб не показував ті переписки? Бо я зараз гортав сторінку, чесно, я не можу. От, зупинитися? Особливо мені цікава серія, коли ввели оцю сенсорну кнопку. Да. Тобто тут багато фотографій. Да. Я так розумію, що там був прямо аншлаг. Смотрите, давайте так, розділимо таку штуку. Як я к этому отношусь? Мой работодатель, первый, это Facebook. Это соцсети. Я его называю Фейсбуком, но это соцсети. По какой причине? Как только я начну продавать свой эфир, правильность фотографирования, у меня уйдет зритель и перестанут вот эту вот штуку. Интерес пропадает. Да. Безусловно, я продаю фотографии на коммерческой основе, скидывая в личное сообщение с комитетов и так далее. Вот, понимаете, сидишь, читаешь, да, ну, а где мне деньги брать? Вот по-честному. Да, за мной сейчас есть редакция, я в таком режиме работаю 3 года. Я работал в различных изданиях, которые не дают и близко той оплаты, которая вот, ну, нужна для жизни, в принципе, в Киеве. Понимаете, я сейчас не жалуюсь, я же не пошел жаловаться, я пошел работать. Я просто вам описываю ситуацию. Как я поборол, я понимал, что мне в какой-то момент надо будет вот этот момент побороть. Общение с депутатами и интерес своего зрителя, иначе это чувствуется мгновенно. Что я сделал? Первое, я ввел рубрику «Добронусов». Если вы прокрутите мою страницу, у меня есть там, где редакция, есть «Добронусов». Итак, вы смотрите телеканал «Правда тут». Новости в 7 часов, а в 7:35 идет реклама. Видели? Угу. На «Правде тут» так есть так. Реклама, да. За счет чего «Правда тут» живет, да? Вот, «Добронусов» — это реклама. Понятно, да? Я таким образом стараюсь сейчас пока внедрять, а со временем я это объясню, вот уже начал. Да. Понимаете, я таким образом прокладываю стратегию, я пытаюсь объяснить, что ничего страшного же в этом нет. Но с того момента, когда это будет честно, оно и так честно, тогда мне можно будет верить. И я это реально делаю честно. Теперь, значит, для того, чтобы это дает мне возможность под своей редакцией выбрасывать, я даже с редакцией никак не советуюсь ни секунды, что я выбрасываю. Это, конечно, двойной риск. Первый, им может быть какой-то там определенный рейтинговый взлет. Так. Ну и второй момент, я могу быть уволен после любого поста по той простой причине, что это творчество. Просто береш на себе відповідальність да, повністю. Так, це моя відповідальність. Я можу, к сожалению, я це абсолютно осознаю, по-совєтськи перегнути палку. Вот. Так. Они это любят. Ти знаєш, я хочу у тебе запитати, чомусь мені декілька разів з твоєї стрічки потрапляли фотки Юлії Володимирівни. Да. І я навіть читала коментарі, це були, напевно, давні-давні фоточки, де вона невдало на її погляд виглядала, але потім... Були і пости, де вона була задоволена фоточками, які ти робив. Домовлялися, чи все-таки незалежно вийшло? Да, точно. А сразу відповідаю, щоб не ходити вокруг да около, і у зрителя не було моменту, відходить від питання. Ніколи не було ні одної проплати. Все, да, это ні, вот, я зараз не про оплату. Да. Ти ж все одно з ними якось десь спілкуєшся. Да, я от зараз замовлю, ні одного замовлення. Роз'ясню ситуацію з Юлією Володимирівною. Зі своєї сторони, вона людям, в принципі, цікава. Значить, выкладываю Юлию Владимировну в совершенно разных моментах, ракурсах. Почему? И почему иногда прям идет жалоба, что слишком много, и в этот момент я действительно прекращаю, потому что я своего зрителя слушаю, прислушиваюсь. Да. Почему ее смотрят? Понимаете, вы выложили Юлию Владимировну, и моя страница сразу раз, там на ее посте там 30 перепостов, это сразу. То есть я имею в виду к тому, что мне об этом не надо думать, вот загрузил футбол, и его смотрят. Ну, в плане, вот есть такой момент.
Момент плохо, хорошо. Если делать хорошо, зритель уйдет. Если делать плохо, останется тот зритель, который против нее. Але да? Запит же все одно да, есть. Запит есть, я делаю и плохо, и хорошо. Баланс. Теперь критики по поводу того, что она женщина, и, пожалуйста, не показывай руки, морщины. Вот такие моменты. Несколько претензий к Юлии Владимировне как политику от гражданина Яна Доброносова. Значит, первый момент. В прошлом созыве был такой момент, когда Кужель вместе со всей фракцией Юлии Владимировны жаловались на Тетерука, что он ударил стеклянной бутылкой пане Александру по голове. Скорую, и она уехала. В итоге с ней все хорошо. Я очень хорошо помню на уровне ощущений, как Андрей Тетерук вышел на интервью, была очень куча прессы, по информации предварительно он ударил ее. Так. Он был очень весь красный. Ты зафиксировал этот момент? Нет, я видел его глазами ощущения. Вот так. Сейчас описываю по ощущениям. Он не смог ничего внятного сказать. Я сейчас говорю как зритель. Так. Если там придраться, может, он что-то и сказал, что он ее не ударил, безусловно. Как зритель, говорю, по ощущениям. Он ее не смог ничего внятно сказать. Я в голову себе записал, ударил. Два-три дня всплывает запись с той комнаты, с которой записи не было, не бил. Чуть ли не как мужик, там ее, ну, как бы чуть не придерживал, он там кидалась на него по-доброму. Придержал, бутылка где-то была, в руках перехват, и все, не бил. Не было даже замаха. Ездишь в поезде, общаешься с людьми, информация на 90% записана в голову, что бил, что это такое. Вы же подумайте, какие они технологии, специально или нет, но я понимаю, что это там на Тетерука обидели. А представьте, что они с людьми делают по-доброму. Так. Это так. Же технология. Поэтому люди, которые меня критикуют за то, что я там делаю несчастные фотографии вот тут или вот тут, у меня хорошие учителя. Понимаете? И да, я в бюджетах не участвую. Я делаю фотографии. Все. Юлия Владимировна перед первым чтением бюджета в этом уже современном году бегала и говорила, что мы будем бороться за все. Первое чтение она пропала на месяц. Второе чтение принимали без нее. Она вошла в тему, вернувшись откуда-то. И сейчас борьба за тарифы сегодня. Я боюсь, чтобы она просто в борьбе за мои тарифы не пропала завтра. Понимаете? Вот, потому что там между бюджетами, когда идет вот, реально момент, и когда надо, второе чтение важнее первого. Понимаєте, іменно тут этот вот пропала. Ти знаєш, хочеться запитати. От ти фотографуєш, але все-таки ти ж постійно з депутатами, коли вони в Верховній Раді. От цей психологічний фактор, ти все аналізуєш, все бачиш. Ти тільки що щойно наприклад нам живий розказав про Юлію Володимирівну. Наскільки складно тобі вживається з цією інформацією, і чи є моменти, наприклад, які ти помічаєш, але не можеш ні з ким поділитися? Да, есть, знаете, где я очень сильно, как бы мне кажется, если совсем издалека, что управление всеми делами идет от нашего соседа. Это такая геополитика, которую я даже не буду углубляться. Соседа, ты имеешь в виду Российскую Федерацию? Имею в виду Россию. Я посмотрел, к сожалению, в своей голове, это уже не про фотографа, очень много фильмов, у меня первый разряд по шахматам. Так. Я посмотрел про Смоленск, про Курск, про Ичкерию, это Чечня. Чечня так, это так. Как ДНР, русское название. Представляешь, Ичкерию очень мало кто знает, это нормальные люди были, ичкерийцы. Я вот, вы просто вдумайтесь, один факт, в детстве человек с бородой, с автоматом, надпись «Чеченец», бандит. Откуда я это знаю с детства? А это, видно, у нас так информационно ж подавалось, так. Понимаете? Я же ребенок был, это ассоциативное мышление. Я вырос и узнал, что этот бандит, почему? Потому что он убивал русских солдат, где у себя дома. И эти солдаты были с автоматами. Опа. Понимаете, я когда это все ощутил, да, я понимаю, насколько вся информация меняется, я понимаю, что наш парламент, все, что мы видим внутри, вот это все, изнутри не понять. Это все двигается вообще извне. Я это описываю и понимаю, что внутри нет. И вот когда я сажусь в такси, каждый день после парламента я сажусь в такси. Я обсуждаю частные моменты, которые ни на что не влияют. Вот там вот то, что узнал, особенно если человек по радио, иногда меня знают, так иногда приятно, говорят, а вы фото, слушайте, вы там фото, а вас никто там не преследовал. Я так это обожаю. Сейчас я вам расскажу. Сейчас, да, вы меня, класс. Ну вот так, как к этому отношусь, тем не менее, вот это вот глубоко рассуждать, иногда люди на меня смотрят, как на полного идиота. И еще раз, я не предъявляю к ним претензий, потому что парикмахер должен быть парикмахером, а не разбираться в этой политике, карточках и место на моих флешках, понимаете? Как бы, поэтому
Людей я понимаю. Чи є такі моменти в Верховній Раді, коли від тебе депутати ховаються або уникають взагалі контакту з твоєю камерою? Не з моєю, а з нашими, обов'язково. Обов'язково бувають моменти, коли конкретно опишу по себе, а вже сказав, що з нашими. Є, наприклад, конкретний депутат приходить і носить декольте. Мені хочеться спросити, зачем ти його одягаєш? Якщо вона заходить в зал, у неї видно декольте, срабатывает это видно, что вот мышление рефлекторное, что идет прямо камера, она просто заходит в центральный, видит сверху съемка, идет она, глаза поднимает раньше, чем обдумывает процесс. Тобто вона отак от одразу робить, если, так? Следующий, жалко, что нельзя сделать проходку, крупный план будет, выпаду или из общего. Значит, получается, она сразу делает вот так. Акцент. Все, она делает поправку, мгновенно что-то надо поправить, не буду по микрофону его взять. Значит, поправку, и до конца она не снимает руки, все, она вот даже так так делает, с кем-то поздоровается, привет, там все. Но до этого она зашла вот так, из дверей. И как бы я же все понимаю, что там те, кто были, видят, а тут просто вот этот рефлекс, и все. И выйдет же будет так же. Вот да, есть. И это даже не происходит до уровня того, что она забыла. Есть моменты даже такие, что я когда-то ходил на комитет, и пришел депутат. Мне помощница пишет, а ты видел депутата такого-то сегодня? Я пишу, нет, а я уже успел уйти, и она где-то запряталась. У нее помощники меня сразу видят, и идет доклад. Это однозначно я вижу по всем рефлексам. Я вернулся, видать, был доклад, и она приходит, я пишу помощнице, так а где ее декольте, высылаю фотографию, она переоделась. То есть настолько, что вот зафиксировали, что я пришел и сходила, ну, там точно был я один фотограф, тут беру на себя. Ну, Ян, слухай, розкажи на завершення от фото, яке ти найбільше любиш. От найбільше гордість. Запам'яталось, так, гордість. Ну, нельзя не отдать дань двум девочкам, нет. Ты знаешь эту фотографию. В свое время я еще работал вот на одном телеканале с тобой. Вот, да, было. И просто настолько, это был прошлый созыв, я работал вот в качестве такого фотографа хама, один из немногих. Вот, наверное, один из таких на тот момент какая-то такая появилась. И вот две девушки, одна из которых мне показала средний палец, просто я, честно, есть доля благодарности, понимаете? Я понимаю, что они не украли из бюджета, я не украл из бюджета, они показали себя, меня показали в неплохом свете. Я тоже не всегда бываю в хорошем. Хотя это был скандал. Стараюсь, да, быть тактичным, как бы, условно говоря, средние пальцы людям не показывают, особенно после этого все совсем перестал по-доброму. Ну, в принципе, как бы это было в парламенте за вот то фото, когда две девушки так вот сделали. Я очень им благодарен, и это одно. Я очень много всяких других уже со временем сделал, но то запомнилось надолго. Фотография — это эмоция, это чувство. В любом случае, самое запоминающееся — это из последних, понимаете? А та осталась на какую-то вот такую историческую долгую, довгое время, условно говоря. Я зрозумів. Ну, дякуємо тобі за інсайти, за цікаву розмову. Так, і будемо тебе ще запрошувати, тому що все, що ти робиш, завжди актуально і завжди в інформаційному просторі. Нашим глядачам нагадаю, що на студії був Ян Доброносов, фотокореспондент Верховної Ради України. От взагалі немає часу, бігом, не можу пояснити YouTube-канал. Правда, тут підписуйся. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати, що вже з'явилися новини, які вам точно варто подивитися.